Колени. Пальцы размяли. Пальцы размяли. Где же ты? Так, сейчас так. Сейчас. Вот эти вот. Я вам еще раз сказал. У вас 6 уроков, значит, вы ходите в клуб. Нет, будете приходить в 5 вечера. В клуб. У вас 5 уроков. Предупреждаю заранее. Сейчас 3 урока. Пиши, покушали, пиши. Натренируемся, кто же говорит. Дальше. 4 урока. Значит, или ты. Звоните. Я говорю, что завтра 4 урока. После 4 урока я послушаю. Мы проводим тренировки. Меня не волнует. Все равно скоро будет онлайн. Конечно, нормально. Вот для меня вот так. Только мне надо взять фотоаппарат, я всех пофотографирую в разных позах. Видео и всего. И по барабану. И буду сидеть дома живот читать. Я тоже. У меня это тоже так живо. Знаю. Как это не знаю? Научите ее стать. Я знаю, что это все будут туда ездить. Я буду складываться. Так, пошли. Падение вперед. Пошли, падай, пошли. Показали. Вот, пошли. Взрослые. Показали. Пошли, девочки, ложимся на пузик. Пошли, пошли, падаем. Хорошо. Страховку назад, пошли, здесь сегодня. Пошли, луну. Смотрите, не тихо.
еще раз повторим, стопов быстро, правильно сделаем движение, я вам расскажу правила, и мы играем, как оно называется? Пошли, пошли. Так.
эту сторону. В эту сторону. Смотрите за рукой. Стоп. Построились. В одну колонну. Римбармены как? Напишешь мне на листочке в одну колонну, чтобы я потом... Так. Дрякта. Ну. Если дрякта, то нужно повернуться. Раз, два. Теперь смотрите, мы что сделали, что я делал. Стоп. Покажи мне вот так. Смотрите, да? Посмотрите. Я на носочках ухожу назад. А теперь на себя. Теперь смотрите, на носочках иду вперед. Раз. Не на пяточках, а на носочках. Хорошо, пожалуйста. И теперь делаем назад и на двое. Оп, пятки, стоп, ноги вместе, ножки шире, не на носочках. Пожалуйста, вперед, назад. Нет, не спеши, пусть они все делают, пожалуйста. Хорошо. Теперь смотрите внимательно. Значит так, сейчас двигаемся по всему залу. Нужно пробежать между двумя. Петя, боец, Петя. То есть пробежать. Но! Ну репите. Меньше, ну репите. Просто раз. Хорошо, пошли, бегаем. Разбежались сели, где хотите. Расстояние километров. Расстояние один стул.
Вперед вам, наверное, после вас. Не ругай. Раз, два, убежал, что сделал, и все. Не надо своего. Здесь своего места нет. Да, вот я, например, занят в спортивном лице. Это зал не мой. Что здесь твое, могу сказать. Кимоно мое, гантели мое, часы мои. Что здесь мое? Аптечка моя, камеры мои, телефон этот, что там, приемник, это. Вот это все, вот это не лице, нет спортивного лица. Это спортивная школа из ботаники. Я попросил нам выдать. Ой, как хорошо. Вешалки мои, вот эти все кимоно мои. Кто купил кимоно? Так, вот у тебя есть кимоно, это твое. Кимоно! Опять?
споткнулся, ставит руку. Одну ручку. Но ручки здесь. Толкать не надо, но руки ты защищаешь лицо и не даешь ему бросать. Такими ручками. Еще выше. Вот как будто тебе поможет это ударить. Легко, молодец. Вот так. Все, хорошо, да? Стоп, 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 сели на колени, быстрее. Значит, вот смотрите.
Саночка хвостик сделает. Хорошее дело. Как быстро все делает. Я нифига не понимаю. Так, легли на живот. Вот тут как мотель. Кто сказал? Ты знаешь, что тренером разговаривает нельзя? Сказал тебе, значит, надо сказать, есть и делать. Когда на соревнованиях, как говорю, делаешь прием, ты слушаешь других, ты потом проигрываешь. Сказал тебе,
счет 3-2.